Сегодня мы будем обрезать с вами виноградный куст. Это куст Аркадии, ему 10 лет, четырехрукавная веерная формировка. Раз, два, три, четыре, ну даже пять, пятирукавная. Вот еще один небольшой маленький рукав. Вот, для чего? Да, ну и вы не удивляйтесь вот этим вот шторкам, занавесом. Это ткань повешена для того, чтобы лучше было видно процесс обрезки, чтобы не рябило. Вот. Обрезка виноградного куста сводится к тому, что удаляется 90% всего прироста и оставляется только необходимое количество лоз, соответственно, необходимое количество глазков. Вот такой куст винограда Аркадии я нагружаю глазками где-то около от 40 до 50 глазков. Значит, мне нужно обрезать все лишнее и оставить на кусте 40-50 глазков на следующий год. Плюс я оставляю 100% запас. То есть запас на вымерзание или на выпривание глазков. Соответственно, мне надо привести этот куст в такое состояние, чтобы на нем осталось около 100 глазков на следующий год на весну. Кстати, обрезку можно проводить как весной, так и осенью. Я провожу ее только осенью, потому что эти свои кусты укрываю. Вот такой огромный куст укрыть на зиму, приготовить на зиму практически невозможно. Поэтому я обрезаю, удаляю все лишнее и уже легко укрываю свой куст. Если же вы не укрываете свои кусты на зиму, тогда вы можете производить обрезку ранней весной. Кстати, необрезанный куст лучше переносит зимовку. Итак, сейчас мы приступаем к обрезке куста. Будем обрезать вот первую, ближнюю к нам плоскость. Чтобы ее лучше было видно, я сейчас тканью закрою ту вторую плоскость, так что вы не удивляйтесь. Первый рукав, смотрите, на нем, на сучке замещения, развился один побег. Хороший, мощный побег. Мы его оставляем. И так как я делаю 100% запас, я оставлю еще одну лозу. Вот эту очень хорошо развитую лозу. Оставлю еще одну. Если хорошо куст перезимует, лишнее я вырежу. То есть я оставляю пока вот эти раз, одну лозу и вторую. А эта, которая расположена ниже, можно ее оставить также на сучок замещения. Обрезаю их на три почки. Раз. А лишнее удаляю. И вот это все, весь рукав, который прошлогодний, который плодоносил в прошлом году, я его также вырезаю. Вот он вырезается. Все это удаляется. Так, вот вы видите, на этом, на первом рукаве у нас осталось две лозы на плодоношение и один сучок замещения. С этого сучка, для чего делают сучки замещения? Они всегда делаются ниже сучка плодоношения, лозы плодоношения, и на них оставляют развиваться две-три лозы. Затем выбирают осенью лучшую лозу и оставляют, остальное отрезают, а побег, развившийся из на сучке замещения, один оставляют на плодоношение, а второй опять же на сучок замещения. Это делается для того, чтобы рукав не удлинялся с каждым годом. Или удлинялся не так сильно, как это происходит обычно. На этих двух оставленных лозах отсчитываем. Ну, я оставляю 10 глазков, отсчитывая от нижней проволоки, потому что лоза будет укладываться на нижнюю проволоку. Отсчитываю 10 глазков и обрезаю. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все лишнее обрезаю. Вот эта лоза в следующем году будет подвязана у меня вот так к нижней проволоке. И будет лозой плодоношения. И здесь такая же вот вторая лоза у меня запасная.
Я ее также обрезаю на 10 глазков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. И также эта лоза у меня запасная. Все, убираем ее в сторону. Переходим к следующему, вот, не очень мощному рукаву. На нем два побега. Эти два побега я оставлю на следующий год. Верхний побег будет лозой плодоношения, а нижний обрежу на сучок замещения. Но, как я и говорил, обрежу я его весной. И, а сейчас оставлю оба этих побега на случай вымерзания и выпривания. Запас. То есть все остальное я отрезаю и убираю. Вот они. Два побега. Опять таким же образом обрезаю на 10 глазков. Вот смотрите, от верхней, от нижней проволоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, убрал. Эта лоза короче. Обрезаем до вызревшей части. Все, второй рука у нас также готов. Убираем его в сторону. Переходим к третьему рукаву. Видите, здесь этот рукав, это лоза плодоношения прошлого этого года. И здесь у основания, это я говорил уже об этом, что основное условие, одно из условий, значит, выбрать мощный куст и как можно наиболее приближенный к основанию куста. Вот в прошлом году здесь был оставлен кусок, сучок замещения. Вот он. И на нем развилась одна лоза. Слабенькая. Но мы ее опять обрежем в этом году на сучок замещения. Оставил три почки. А здесь наиболее приближенные к основанию куста осталось есть вот два хороших побега. Вот один и вот второй. Значит, также, следуя тому же правилу, я оставляю 100% запас. То есть, оставляю вот эти две лозы на следующий год и убираю лишнее. Все, от плодоносившую часть рукава я убираю, отрезаю. Вот. И опять же, от нижней проволоки отсчитываю по 10 глазков и обрезаю свою лозу одну и, соответственно, вторую. В следующем году, как я говорил, если мне не понадобится такое количество запасных глазков, если они не выпрют и не вызреют, я обрежу нижний, вот этот нижний побег на сучок замещения. Или же, возможно, его оставлю на плодоношение. То есть уложу по нижней проволоке вот так, и он будет у меня лозой плодоношения. А замещающую лозу на следующий год выберу из наиболее сильных лоз, развивающихся внизу, в основании этой лозы. То есть это метод, при котором можно не оставлять сучок замещения, а выбирать лозу плодоношения на следующий год из лоз, выросших на лозе плодоношения. То есть тогда вот эта лоза ненужная обрежется, это будет плодоносить, а здесь выберу наиболее сильный побег на следующий год. Все, с этой плоскостью мы разобрались. Таким, значит, в результате у нас на первой плоскости осталось 6 лоз. 6 хорошо развитых лоз. 1, 2 на первом рукаве, на втором 3, 4 и на третьем рукаве 5, 6. 6 лоз. Некоторые из них весной будут обрезаны на сучки замещения. Все, можно переходить к следующей плоскости.
На этом рукаве мы будем оставлять две лозы, наиболее близко расположены к основанию куста. Вот одна верхняя лоза будет лозой плодоношения в следующем году, а нижняя будет обрезана на сучок замещения, и с нее будут расти побеги на замену. Ну, из условий, которые нужно выполнять при обрезке, это, значит, расположение сучка замещения должно быть ниже, чем лоза плодоношения. Сучок замещения располагается ниже и смотрит наружу куста. Это делается для того, чтобы при ежегодной обрезке от плодоносившей части лозы раны наносились на рукав с одной стороны. Итак, обрезаем лишнее. Кстати, когда вы обрезаете лозы, оставляйте небольшой сучок, 1,5-2 сантиметра. Не так, как на плодовых деревьях, там обрезается заподлицо. Здесь же нужно оставлять сучок. Отсчитываем 10 глазков на обоих лозах и обрезаем лозы. Вот они у нас, две лозы, которые мы оставили на следующий год. Все остальное удаляется. Последний рукав, видите, он очень удлинился. То есть мне не будет хватать места, если я возьму там лозы, мне не будет хватать места на шпалере для размещения прироста. Поэтому я в прошлом году оставил сучок и вырастил две лозы для замещения этого рукава. Вот эти две лозы будут использованы в следующем году, а эту удлинившуюся лозу я полностью удаляю. Беру ножовочку и удаляю. Пожалуйста. Вырезаю этот кусок. И вырезаю вот эти вот отплодоносившие лозы. Убираю все лишнее, очищаю наши плоскости. Вот таким образом мы закончили обрезку, и на этом кусте на веерной формировке у меня осталось на одном замена рукава, две лозы, на втором рукаве две лозы, на третьем рукаве две лозы, на четвертом рукаве две и на пятом рукаве две лозы. После зимовки по факту я посмотрю, как сохранились глазки, не выпрели ли, не вымерзли ли, и при необходимости удалю лишнюю лозу, то есть обрежу ниже расположенную на сучок замещения на 3-4 глазка. Сейчас же они будут вот так вот сняты со шпалеры, связаны фашины и уложены на землю для укрытия. Пожалуйста, выполняйте обрезку ваших кустов, и пусть они прекрасно вас плодоносят. Удачи!